рубрика «Обзорчик», и сегодня очередной обзор полезного и нужного приложения для вашего смартфона. Так что давайте начинать! Если вы любите читать классическую литературу, но вам не нравится искать ее в интернете, приложение «Архив» точно для вас. Здесь собраны десятки тысяч книг на разных языках, в числе которых не только художественные произведения, но и публицистика, научные, а также религиозные труды от самых разных авторов. При этом многие книги можно найти только в этой электронной библиотеке. Приложение будет особенно полезным для студентов и школьников, а еще для тех, кто изучает иностранные языки. Здесь есть литературные произведения на английском, немецком, французском и других языках. К слову, интерфейс архива простой и удобный. Выбираете в списке нужного автора, затем одно из его произведений, и все, можно приступать к чтению. Если вам не нравится оформление, вы можете зайти в настройки и создать комфортные условия для своего чтения. А если какую-то из книг вы не хотите потерять, можно добавить ее в раздел «Избранное», и она всегда будет у вас под рукой. Еще из плюсов данного приложения – оно абсолютно бесплатное. И в нем нет рекламы. Все это электронная библиотека «Архив», так что пользуйтесь. На этом пока все. Новый обзор смотрите уже на следующей неделе. Всем удачи и побольше классных приложений.